Человек под дождем. Добро пожаловать в Москву. Вы здесь первый раз? Нет, не первый раз. Но это почти как первый раз. Первый раз я был здесь, в Советском Союзе, в 1976 году. Боже, и как вам понравилось? Да, это было восхитительно. Мне очень понравилось. Это был семейный отпуск. Мне было около 16 лет, но я помню каждый день в СССР. Впечатляющая поездка. В любом случае, чего такого необычного было в этой поездке? Ну, смотрите, для меня тогда Советский Союз был просто огромным. И мы отправились в грандиозную поездку. Нашей отправной точкой была Одесса. Мы приплыли в Одессу на корабле, а затем оттуда поехали на поезде до Москвы. И это было не так, как сегодня, когда вы можете сесть в самолет, расположить вашу сумку, и вы уже здесь. Это было что-то наподобие Одиссеи, путь к Москве. Так что это было очень впечатляюще. Может быть, вы также под впечатлением от этого здания, которое некоторые люди называют сталинским акрополем? Первый раз я был в этом здании вчера, и оно, правда, невероятное. Я думаю, что оно нашло себе применение, которого заслуживает. Полная версия доступна для подписчиков.